Всем привет! Продолжаем рассматривать картины «Слух» из серии «Пять чувств». Художник Ян Минский Малинар. 1637 год. Дерево масла. 19х24. Ян Минский Малинар воплощает распространенную в европейской живописи тему пяти чувств. Слух аллегорически изображен в образе сидящего за столом в кабаке мужчины, который обернулся к зрителю и, подняв заздравную кружку с пивом, радостно поет, дирижируя свободной рукой. Один из персонажей смотрит на него с восторженным удивлением, другой подпевает. Малинар, в соответствии с особенностями такого рода полотен, умело передал эмоциональное состояние людей. Главный герой увлечен пением, если и не доставляющим наслаждение слуху, то обращенным к названному чувству. Художник использовал минимум деталей, дабы все внимание зрителя было привлечено к занятию, которым поглощен персонаж. Он вплотную приближен к передней плоскости холста, раздвигая рамки картины и словно приглашая того, кто рассматривает ее, к веселью. Пирушки, слух. Ну, вот такое описание нашел в интернете. Картина Ян Минский Малинар. Слух из серии пяти чувств. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.